Приветствую, пилоты, с вами Дмитрий Михайлов, и совсем недавно вам был представлен видеоматериал, благодаря которому можно было ознакомиться с большинством применяемых в игре маневров. Сегодня же во время анализа дуэля опытных турнирных пилотов вы поймете, как применяются некоторые из них, и надеюсь, что этот гайд, как и последующие, поможет вам значительно улучшить свои навыки. В качестве самолета данного выпуска боев на виражах мы выбрали ЛАГ-3 66 серии. Кроме того, после разбора поединка двух ветеранов вы также получите необходимую информацию, как успешно использовать ЛАГ в командных боях. Ну что ж, начинаем! Сейчас мы посмотрим бой двух пилотов под псевдонимами Ястреб и Сокол, пояснение справа внизу экрана. Ястреб выполняет Эмельман, в то время как его противник делает сплит, и в данной ситуации у Сокола будет преимущество, он раньше выйдет на огневую. На данный момент Ястреб без энергии, он вынужден уходить пикированием вниз. Ястребу сейчас следует набирать скорость пикированием, ни в коем случае не используя закрылки. Сокол делает все правильно, он не торопится и ждет, пока противник будет ближе. У Лага замечательный крен, и Ястреб, делая широкие виражи, попробует постоянно ломать траекторию, чтобы обмануть противника. Сокол подошел достаточно близко и открыл огонь. Виражи Ястреба становятся все менее широкими, и это следствие того, что он планирует начать размазанную бочку и по возможности пропустить противника. Это правильное решение. Ястреб выпускает закрылки в посадку, резко тянет ручку на себя, и в момент, когда нос уже поднимается вверх, сбрасывает тягу и начинает перекладку. Сокол понимает, что пропускает, и разменивает свою энергию на вертикальный маневр, и это правильное решение. Далее Сокол, сбросив тягу, плотно сидит на шести у беззащитного Ястреба и расстреливает его. Главная ошибка Ястреба был начальный неправильный маневр. Эмельман был неэффективен в данной ситуации, следовало сделать боевой разворот и далее, выпустив закрылки в бой буквально там на 3 секунды, уходить вниз, но избегая лобовой от Сокола, после чего снова занять высоту и уже тогда пробовать атаковать. Сокол снова начинает со сплита, в то время как Ястреб делает все же горизонтальный маневр, сбрасывает тягу, закрылки в режим бой, и на этот раз, по крайней мере, не позволил противнику выйти на огневую. Оба противника пытаются прижаться друг к другу, закрылки используют в режиме бой. И смотрите, сейчас будет интересный маневр. Ястреб прижался к рогу, сбрасывает тягу, выпускает закрылки в режим посадка и делает размазанную, чтобы резко показать скорость, и пропускает противника. Хочу добавить, что Ястреб во время виража и перед пропуском использовал закрылки в режиме бой. Также не стоит злоупотреблять закрылками, если у вас маленькая скорость и неоткуда ее добрать. Например, у вас нет запаса высоты. Когда вы начинаете пикировать для набора скорости, полностью убирайте закрылки, чтобы набрать ее как можно больше. И далее уже примите решение о их применении. Ну а теперь перейдем к разбору, на мой взгляд, самой главной ошибки Сокола. Сокол видит, что Ястреб широким виражем идет под него и принимает решение атаковать на проходе, сбрасывает тягу и перекладывается в его направление, но не замечает резкого сброса скорости Ястреба. У Сокола не было возможности обдумать ситуации и принять правильное решение. Все произошло буквально за пару секунд. Но единственным правильным решением было бы уйти под Ястреба, и это дало бы хоть какие-то шансы на победу. Расхождение выполнено приблизительно как во втором бою. Ястреб уходит на горизонтальный маневр, в то время как Сокол выполняет сплит. Далее происходит второе схождение, и оба противника игнорируют его, что больше выгодно Ястребу. И по поводу данных виражей. Никогда не уходите в вираже от противника. Это делается лишь в том случае, что у вас имеется серьезное преимущество по скорости, и вы хотите выйти из боя. В данной ситуации, если у вас маленькая скорость, уходим под противника, чтобы намрать ее, если большая скорость, то над противником. В общем-то, это сейчас и делают наши пилоты, не давая выйти друг другу на огневую. И сейчас происходит нечто интересное. Сокол виража догоняет все-таки Ястреба, и сейчас последовала первая атака. Ястреб не растерялся, он делает вираж влево и вверх,
сбрасывает тягу, выпускает закрылки, и последовала контратака. Но сокол не растерялся. В последний момент он ломает траекторию, и в итоге ястреб не попадает. Далее начинается что-то вроде вертикальных ножниц. Противники ходят вверх-вниз, пытаясь сесть друг другу на 6. По поводу особенности данного маневра. Когда вы идете вниз для набора скорости, не используйте закрылки. Когда возвращаетесь на высоту, то уже можете ими воспользоваться. Если вы все-таки воспользовались закрылками, будучи сверху, дождитесь, пока нос самолета немного опустится вниз, и тогда уже можете убирать их. А в данном противостоянии под конец первым ошибку сделал все-таки ястреб, и я сейчас расскажу почему. А теперь посмотрим из глаз ястреба, что он сделал не так. Заняв положение сверху, ястреб вместо пикирования начинает горизонтальным маневром дотягиваться до противника, в то время как у него и так почти не осталось скорости, начинается сваливание, и он вынужден идти на горизонтальный маневр. А противник, полностью заняв высоту, теперь выбирает момент атаки и фактически выходит на 6 ястребу. Как я уже говорил, нужно более рационально распределять энергию. Ну что ж, ребята, давайте теперь узнаем, как Лак-3 66 серии чувствует себя в командных боях. Но для начала немного предисловия. Лак-3 66 серии на самом деле является последней, наиболее совершенной модификацией. Некоторые изменения были внесены в конструкцию самолета на основании разработок КБ Яковлева по самолету Як-1Б. На Лак-3 установили новый фонарь, он аналогичен Ла-5 и улучшал обзор сзади. Правда, дельта-древесину заменили обычной сосной. Но я также хочу заметить, что некоторые люди заблуждаются, говоря, что Лак – истребитель начального периода войны. Этот самолет воевал практически до самого конца, разве что не по направлению основного удара. Под завершение войны на Лагах воевали против финнов. Ну а теперь о применении самолета в боях. Как вы видите, Лак имеет замечательный ролл и легко выходит на огневую. Да и вираж у него хороший, но долго на вертикальных маневрах на нем не полетать. Лак не так хорош в этом, как Мессершмитт. К тому же порог флаттера у него довольно низкий, где-то в районе 630 км в час, поэтому набирать в стороне высоту для последующего бумзума будет на нем некомфортно. Лучший вариант вместе с группой союзников сразу идти на врага с обычным набором высоты. Если у противника есть бомбардировщики, на Лак есть возможность поставить ракеты. Смело вступайте в бой с противником на низах, и как только с высоты начнет спускаться основная вражеская авиация, уходите под скопление союзников, прижавшись к земле. Ну а теперь касаемо вооружения данного самолета. Самолет вооружен 20-мм пушкой и пулеметом 12,7 мм. Вооружение находится в носу самолета, что позволяет очень точно выцеливать двигатели вражеских бомбардировщиков или же двух моторных истребителей и штурмовиков. Ленту для пулемета я рекомендовал бы использовать против воздушных целей, так как она имеет бронезажигательные заряды. Что касаемо 20-мм пушки, то здесь есть два интересных варианта. Первый из них – лента против наземных целей, там имеются осколочно-фугасные заряды. Или же вариант, который выбрал я – лента против бронированных целей с бронезажигательными зарядами. Ну а теперь поговорим о крепости конструкции самолета. Лак-3 легко загорелся от легкого попадания из турели с пулеметом 7,7 мм. Я списал это на временную неудачу, и все же решил понаблюдать за самолетом еще несколько боев, попадая в разные ситуации, например, лобовое столкновение с Эмилем, которое я решил избежать. Он снова загорелся. Сначала я представил веселых советских механиков, которые перед моим взлетом обильно полили лак керосином, и теперь каждая искра рядом с самолетом представляла угрозу. Но на самом деле причина в другом. Как я уже говорил, дельта-древесину заменили обычной сосной. И все же, самолет умеет держать удар. Лак для смелых пилотов, не боящихся трудностей. И сама машина, понимая это, помогает своему хозяину.
Даже с теми повреждениями, что вы сейчас наблюдаете на экране, а это полуразбитый руль высоты, совершенно убитое левое крыло и масса мелких царапин, не создают серьезных проблем, чтобы продолжать бой и доводить дело до конца. Прочна машина и надежна, а духом крепок тот пилот, что сядет за ее штурвал. На этом я закончу гайд, ну а пока я не ушел, небе Вартандера удачи пожелал. До встречи на виражах, пилоты, и до новых выпусков. Пока-пока!